Приветствую вас, друзья, я Рома Дивиди, и сегодня я хочу вам рассказать о программе бонусов, которую ввели разработчики игры Warface. То есть эти бонусы предназначены именно для тех, кто донатит, поощрять донатеров, которые уже донатили, и либо поощрять людей к донату, подталкивать людей для того, чтобы люди вкладывали деньги. Программа бонусов дает определенные бонусы, давайте посмотрим. А программа бонусов подразделяется на несколько частей. То есть здесь есть 6 частей, это так называемые ранги. То есть, если ты задонатил всего ничего, то есть, грубо говоря, 5 рублей, 10 рублей там задонатил в игру, ты можешь раз в неделю получать пистолет Матеба. Если же ты задонатил больше 400 кредитов, то есть больше 200 рублей, ты можешь взять себе ускоритель раз в неделю, плюс 15%. То есть, любой. К опыту ты можешь взять к варбаксам, либо к поставщикам. То есть, тут на выбор дается лишь один. Далее, если ты задонатил больше, чем 800 кредитов, то есть, больше, чем 400 рублей ты вложил, ты получаешь кредитное оружие на свой вкус, как говорится, на один день, на любой класс. Не знаю, какие там пушки, потому что у меня сразу 6-й ранг. В общем, если ты вложил больше 1000 рублей уже, то у тебя, соответственно, от 2000 кредитов до 4, то у тебя 4-й ранг, и ты можешь выбрать кредитное оружие, скидку на переименование персонажа и, опять же, скидку на покупку подарка другу. В общем, если ты уже более такой интересный донатер, ты вложил сюда немножко больше денег, то ты можешь выбрать уже коронное оружие на 6 часов. Один раз в неделю ты его можешь взять. Идет на переименование персонажа, а на подарок другу, на кредиты. То есть ты можешь взять беспроцентный кредит. Вместо 500 кредитов можешь взять уже 750. И новое оружие или снаряжение на один день. Здесь нужно подчеркнуть, что это такое. Как только на тестовом сервере появляются какие-то новые пушки, хлопушки, то есть бронежилеты, штанцы и все прочее, то на основном сервере ты уже можешь этим пользоваться. Не только на ПТС, но ты можешь пользоваться этим и на основных серверах. А пока другие не доначат, то есть они, соответственно, не имеют доступа к такому оружию. И что же у нас? У нас 6-й ранг, если ты задонатил больше 10 тысяч кредитов, больше 5000 рублей ты положил, у тебя сразу наступает 6-й ранг, значит, и ты можешь выбирать коронное оружие уже не на 6 часов, а на один день. Можешь брать скидку на переименование персонажа 25%, скидка на покупку друга подарку 10%, мне кажется, абсолютно нахер не нужная никому услуга. Увеличенный кредит ты можешь уже взять беспроцентник на 1000 кредитов, то есть не на 500, а на 1000. И новое оружие или снаряга, опять же, на один день. И давайте уточним кое-какие вопросы. Некоторые люди спрашивают, на форуме я смотрел, очень много вопросов задается, падает ли ранг со временем? Нет, ранг не падает, то есть если ты вложил там 10 и больше 1000 кредитов в игру, рублей там и так далее, то есть ранг у тебя уже не упадет, у тебя уже будет изначально 6-й ранг, если ты раньше вкладывал, то у тебя сразу будет ранг определенный, смотря сколько ты вложил, и ранг не падает, он у тебя навсегда остается, такой ранг, который ты достиг. Я думаю, в дальнейшем, конечно, добавят что-то еще, возможно, но хрен знает. Опять есть такие вопросы. Будет ли меняться оружие, допустим? Оружие меняется один раз в неделю, оружие меняется в среду после проведения технических работ на основных серверах, и оружие заменяют. Это оружие вот, сейчас это оружие выглядит таким образом, то есть через несколько дней в среду, опять же, оружие будет другим, то есть тоже будет коронное, но, соответственно, пушки будут уже другие. Хотелось бы корону Юсос, конечно, но я думаю, что его нет, коронного Юсоса в игре, и поэтому не будет и здесь в подарках. Но было бы, конечно, здорово, ребята, о чем не помечтать. Но на самом деле, ребята, не все так, как говорится, гладко, как казалось бы на первый взгляд. Ведь по существу, по большому счету, здесь из полезных бонусов есть только один бонус полезный. Это коронное оружие раз в неделю на один день. Все остальные бонусы я считаю бесполезными, потому что вот мои постоянные бонусы, как злостного донатера. Увеличенный доступный беспроцентный кредит. То есть раньше этот беспроцентный кредит был 500 этих кредитов. Сейчас он 1000 кредитов составляет. Кредит 1000 кредитов, да, масло масляное. Тавтология получается. Но не суть важно. Дело в том, что эти 500 кредитов, знаете, ребята, погоды не сделают. Кто хочет положить деньги, тот и без всяких кредитов. Но это опять же, кому как удобно. Лично для меня удобнее просто перевести там денежки напрямую в игру через электронный кошелек. Тут куча электронных кошельков, так что без проблем это делается. Я считаю, что на самом деле вот этот беспроцентный кредит на самом деле вещь. На мой взгляд, она бесполезная. То есть этот бонус мне не нужен, можно его вычеркнуть нахрен. Дальше. Скидка на смену никнейма. Я не так часто меняю никнейм, чтобы еще и скидку для этого как бы желать и требовать и хотеть. Абсолютно нет. Я изначально создавал такой никнейм, чтобы его потом не жалеть, не менять ни о чем, как говорится. И поэтому нужно сразу подходить внимательно очень к выбору никнейма своего, чтобы не приходилось потом менять его по 10 раз. Короче говоря, я считаю, что это тоже бесполезная хрень. То есть два ненужных бонуса уже. Скидка на подарок другу. Самый бесполезный, мне кажется, вообще бонус, который можно только
твои постоянные бонусы. Ну нахрена мне вот эта вот скидка на подарок другу? Можно сразу вычеркнуть и не смеяться. Ну, бред просто. Ребята, просто бред. Что это? Нахрена? Какой подарок другу? Если я захочу, я другу могу денежки на электронный как бы перевести. Кошелек он может уже сам себе купить что-то, да? То есть, ну это глупость, я считаю, большая. То есть скидка... Кто вообще делает подарок другу в этой игре? Да никто. Мне кажется, этой услугой никто просто-напросто не пользуется. И чтобы хоть как-то популяризировать эту услугу, делают такую вот скидку на подарок другу для донатеров, мне кажется, бесполезная вещь, хрень полная. То есть, грубо говоря, что полезного мы получаем, вложив от 5 и больше 1000 рублей в игру? Хотя, конечно же, намного больше мы вкладываем, да? Что мы получаем? Мы получаем только одну коронную пушку на день в течение всей недели. То есть, ты берешь подарок и все. То есть, у тебя одна коронная пушка на один день. День проходит, коронную пушку забирают, все. И всю неделю ты сидишь голой жопой, грубо говоря, да? И опять же напрашивается у некоторых людей вопрос. А что будет, если я не заберу подарок, а если я буду копить там пушки? Не получится, ребята, пушки не копятся. То есть, а если ты не забрал в течение недели пушку на один день, то при обновлении технических работах, при обновлении, значит, на основных серверах, в среду это происходит, повторяю, сгорает ваша пушечка, и вы уже получаете следующую. То есть это ваше право, как говорится, брать, не брать пушку. Но я думаю, что брать будут все. В общем, вот такие вот, ребята, пироги. Все поначалу обрадовались, да это круто, боже мой, как это классно, все, ну, знаете, на форуме все были в восторгах, просто в восторженных морде лица, там, у каждого улыбки, все дела. Фигня и полная фигня еще раз, потому что что нам дали? Нам дали ненужный беспроцентный кредит, ненужная скидка на смену имени и ненужная абсолютно глупая и бесполезная, самая вообще распоследняя скидка на подарок другу, мне кажется, вообще самый бред, бредовый бред, скажем так. Единственное, что вот вложив там больше 5000 рублей в игру, ты можешь брать каждую неделю на один день по коронной пушке, говорится, на халяву. Некоторые спросят, ребята, где искать этот, значит, бонусы эти все, бонус, ванус, да, где его найти? Все очень просто, вы заходите на сайт игры, видите форум здесь, вот он, нажимаете мой профиль. Нажимаете мой профиль, спускаетесь немножко ниже, и вот у вас есть программа бонусов, подарок другу, бесполезная хрень. В общем, и все остальное, все подряд. В общем, вот здесь, пригласи друга, у меня там 8000 рефералов, наверное, уже. Вот она, программа бонусов. Здесь ее ищите. С вами был Рома DVD, увидимся в игре.